работает все идеально вне стрима, да, допустим, все охуительно. Ну, типа, когда я запускаю стрим, то есть я... ты-то как делаешь? Ты играешь, у тебя же монитор на 720p. Ну да. И, по сути, ты растягиваешь его до 1080 в этом, в OBS. Ну да. По сути, так. Вот. А у меня, получается, в OBS изначально 1080, и в 1080 я стримлю. Только, короче, смотри. Когда я делаю 60 FPS, у меня в самом OBS проседает. А сама игра в игре идеально все работает. А в самом OBS проседает. Вот мне интересно, это из-за того, что у меня всего лишь одна плашка оперативы на 8 гигов? Интересный вопрос. И то, и та, которая, блядь, на 2133 МГц. Мне вот это интересно. А хер его знает. Блин, был бы у тебя моник 1080, я бы проверил, просто я бы знал точно. Ну, Моника не ожидается в ближайшее время. Но суть в чем, я делал, даже пробовал, допустим, игру в 720, да, запускать. Ну. И растягивать так же, как ты, до 1080, 60 FPS. Один хуй в OBS просадка идет. Значит, скорее всего, дело в оперативе. Ну, по идее, да, тогда. А 1080 в 30? Спокойно. Вот спокойно. Загадочные обстоятельства. Ну, я грешу на оперативу просто. Во-первых, из-за ее частоты и на ее количество. А я оплагиваю Тейл сейчас стримил. Да, видел. Что там, ящерка? Ящерок уже ешь? Домой несу. Ну ты мне пригласил, отправь. А надо? Ну конечно. А я миринду пью и принглс тут похаваю. А я тебя почему-то не вижу в сети. Ой, бля. Прямом в стиме нет у тебя в сети. Там просто Steam хуйней страдал вроде как. А, у меня, походу, Steam глюкнул. А, не глюкнул, там проблемы со Steam у некоторых наблюдаются. У некоторых не заходит. Ну, может быть. Хер его знает. Где-то уже мразюка ходит, орёт. А, сеть друзей Steam недоступна, соединение прервано. Отлично, просто. А, и чё делать? И чё это за бред? Ну, перезаходи, пробуй перезапускать. Так, только что перезапустил. У меня с третьего раза завелось. А, да? Нихуя. Steam чудит? Да, что-то с ним не то. Приболел. Удачного сусая кудасая, при Галибасу интернет снова офлайн. Понятно. Егор набегами, короче, появляется и исчезает. Набегали. Как Да, варвар хуев. ну. Ой, мразь, что ж ты сюда пришел, орешь, ходишь? Не мешай людям жить, сука, строить. Побежал куда-то. Беги, беги, беги. Все равно ты нас не найдешь, потому что мы спрятались. Уже не вообще не в игре, спрятался. Да, хуй найдешь, да? Ага. Да ёпта. Пробуй, пробуй, рано или поздно должно завестись. Виталик, походу, тоже что-то компьютер проапгрейдил Да. немножко. Ну, у него стрим там запущен, типа, что-то с новым железом. Блин, а в интернете что-то пишут про этот стрим? Да я как-то даже херово знает.
смотри, я пока пойду покурю. Да, я видел сообщение. А зачем мне делать чат для пользователей с подтвержденной почтой? Какой в этом смысл? У меня стоит. Не знаю, у меня ничего не стоит такого. Я не вижу смысла ставить это специально. Зачем? Боты, чтоб всякие не писали. А, да это вообще похуй. Чат закрыт для только для фолов. Так ж похуй. А, ну это тоже. О, пойду покурю пока. А слава тебе, Попробуй сначала слава тебе, чисто Steam запускать и все, не я чисто игру. с Тима запускал, все, я зашел. А, я понял. Ну ладно. Блядь, кое-как. Не всего и вся, а в 60 FPS 1080. В 1080 30 FPS спокойно, а в 60 FPS нет. Ага, у меня опять соединение разорвано. И куда ты, паркетик, проебался во время стрима? В смысле? Кто лагает? Никто не лагает. Я в альтабе сижу вообще. Стим выебывается, Стим не подключается. Я в альтабе сижу. Ты слышишь, что я тебе говорю? Я говорю, в альтабе сижу, Стим не подключается. Алло. Антоха, меня опять выбило. Да? Это интересно. Это неинтересно. Я глухой даун. Бывает. Часто такое с системой бывает. Да нет. Хуй его знает, что с ним. Может, дудосят их. Может быть, и дудосят. Писькой по лицу. Да? А, у меня теперь вообще тупо. Включаю Steam. И тупо подключение к аккаунту Steam, ну и мой никнейм, и все. Да. Ну ты смотри, пока синим не загорится. Не то что синим, я в Steam не могу зайти, в принципе.
Я сегодня фак получил от математички. Фу, блядь. Я сегодня фак от математики получил по геометрии. Что? Как это прочитать? Я не знаю. Может, я дебил, конечно. Да ты чё, сука? Спусти меня! Отпустите меня, пожалуйста. Угу. Короче, я 2 получил по геометрии. Казнить нахуй. Ты мне 5 обещал. О! Что твой физра? По физре 5 любой дурак получит. Ну. Я тебе что говорю? Физика, биология и русский язык. Русский особенно. Там по физре это сложно? Нет, по физре ничего сложного. Ты появился на физре, ты уже автоматически почти 5 получил. Ну. Так, у меня загрузился магазин, но в сеть я все равно не могу войти. Це пиздец. Страхнутый пиздец. Да ёбаный ты, кто это ненормально. У меня, короче, что-то Steam вообще глючит, я даже выйти из него не могу. Завис? Ха? Привет от Виталика. А ему тоже привет. Что тут? Что тут? Не удалось подключиться к Steam. Повторить попытку. Не удалось подключиться к Steam. Повторить попытку. Нет, ты чисто из него выходи. Ты чисто из него. Ну да, да, да. Я так и делал. Мне кажется, Павлик наколдовал тебя. Типа, охуели что ли, какой форест нахуй? Может быть. Не, ну я-то в форесте. Ну так, а меня нету, и мы уже не в форесте, получается. Ну, не знаю, я в форесте. Он же, блядь, хуй, все админ, блядь, что-то натворил, блядь. Поломал, падло, что-то. Блять, тут хрустишь, а мне нельзя. Я хрущу за нас двоих. Ему вообще тоже нельзя. Ну да ладно. О. Или нет? Да, ты у меня я в стиме. Погоди. Да? А, и... Да, 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 да. Отправляй приглас. Отправил. Через приглас зайду. Что? Все?
Все, типа, заходит. мне пришло приглашение, типа, ты просто пригласил меня, но нет кнопки присоединиться. Ему можно, он язву отращивает, я понял. Да хватит хрустишь, заебал. Да ну досталось, похуня. Отправляй. В смысле, так я ж тебя пригласил? Ну на еще. Нет, ничего. Ну, попробуй сам ко мне присоединиться. Пробуем. Ну что-то нихуя. То есть я тебе два или три пригласа уже отправлял. Я понимаю. А мне ничего не приходит. Заебись. А я пригласы отправляю. Вот ни одного не было. Охуенно. И пидзоса здесь нету нигде, типа, ну, сервера этого. Да? Блять. Как так-то? А ты через Steam пробовал, да, присоединиться? И через Steam, это где? Блять, что за хуйня-то? Хочешь магию? Ты когда начал? 15 минут назад. Я буду чаёк, да. 15 минут назад. Ну я тебе всё отсылаю. Ты меня всё отсылаешь? Я всё пытаюсь. Но мне ничего не приходит. Блять. Ну хер его знает. Ну-ка, тебе сообщение придет? Да. Ну-ка, ты мне отправь что-нибудь. Понятно. Да нет, вот. Не, ну. В общем времени, да я не помню. Попробуй просто... ливнуть сервера. Эх. Ну давай, пробую. Так, оперативный режим. Я так и знал, будет либо хуй, или пошел нахуй. Ну это же Антон. Кто там? Кому там что не нравится? Совсем нравится, когда ты шо всех нахуй. Заебись, он нас послал. Связываемся со Steam. Походу, Женёк, ты, блядь, сейчас и мне игру поломаешь. Чё, я один страдать должен? Да. Нет. Зачем с собой остальных на дно тащить? А как иначе? Это несправедливо. В этом и был фокус. Походу. Ой, блядь. Хотел бота забанить. Какого? У меня нет бота такого. В смысле, у меня есть бот, но у меня нет команды на него. Да хер его знает, завтра не работает Steam, что-то мозги ебет. Че, у него тоже? Да не, он просто спрашивает. Это Егор, блядь, пришел, проклятие кинул, уехал дальше, блядь. Да заебал, блядь, нахуй, кастрировать.
Утопающий всегда тянет за собой кого-то. И не говори завтра, да. Ладно, если я попробую, допустим, вообще перезайти. Давай я тоже перезайду. Меня вроде как не выбивает. У меня даже магазин не прогружается, чтобы ты понимал. Да это нахуй надо. В погоню за Егором и отменой проклятия. Да яички ему подрезать, и проклятие само по себе пропадет. Связываемся со Steam. Все, у меня все работает. Ну, я захожу в игру обратно. О, приглашение пришло. Отлично. Мне интернет мозги ебет через 4G, смотрю, блядь. Пришел с заклинанием. Сейчас с заклинанием от проклятия Егора. Походу, паркет в натуре остановил это дерьмо. Хуя паркет колдун, ебать, тупо, блядь, пися выросла. Хуем по губам постучал нам. Ну, не нам, Егору. А давай еще раз приглас. Ну на, еще раз. Ебать, все работает. Ага. О-о-о! 20 минут пытались, сука, с этим Стимом договориться. Пиздос. Пиздец. А, Дормаму пришел договариваться, блядь. Еще вон придворный маг, как-никак, ёб твою мать. Миша, всю хуйня, давай по новой. Не, по новой не надо, ну ее нахуй. А то сейчас все пиздой накроется, и это будет эпик фейл. Главное, не мохнатый, чтоб. Ну. Так. А то щекотно будет. Да. Да, такой, сука, знаток, блядь. Ко-ко-ко-ко-ко. Ой, Антон. Где ты есть? У меня проблема. А, ты в пещерке остался. Ну вот как ты меня в прошлый раз кинул, так и выбирайся теперь оттуда. Далеко мне до выхода? Ну, нормально, а если там еще и аборигены, блядь, какие у меня были Да живые, ну то... нахуй! А-а-а-а! То ты охуеешь сейчас там. Ну, земля не Антон! пухом. Не-не-не-не-не, давай. Вот ты меня в прошлый раз там одного оставил, я один выбрался, давай. Это тупо испытание, ебать, на выносливость. Усюка! Паркет расклеивает листовки с розыском Егора. Чего разыскивать? Он на вахте. Ну так оно. Не понял, как мы сюда попали? Ну вот, давай. Чё-то да, У сука, такое. Антон, я приду домой, блядь. Ну, я не был бы в этом уверен, так. Сука. Возможно. А чё, сука, ты меня кинул в прошлый раз, вот давай. Я тебе же сказал, так как есть, ну типа, Вот, блядь. давай, проходи теперь путь одинокого Рэмбо. От мала до велика. Ну. Путь тупо одинокого Рэмбо, ебать. В следующий раз будешь Путь выходить одинокого сначала из Рэмбо. пещеры. Где Андрей? Он же отшельник, блядь. У него что, друзья бегают? Андрей, нету. Сам, все сам. Паркет едет на коньяке, город дать ему пизды. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, ведь он Егору отрежет Письку. яичко. Он будет Одно он ползти. отрежет, а остальные заберет себе. Он будет с гордостью ползти, если ходить не сможет. Усюка, сейчас будет эпик фейл, я чувствую. Какие пальцы?
Яичко, говорю, отрежет. Антон, мне страшно. Я не знаю, где я. Тебе страшно? Я, блядь, плыву и пытаюсь, блядь, спалить акулу. Мне б твои проблемы. Я не знаю, где я. Я не знаю, один ли я здесь. О, шоколадка. Я вроде акулу не согрел. Короче, я ношу шоколадку и пухло. Сейчас напьюсь, блядь, и буду как баба пьяная. А-а-а, помоги! Нормально. Я нашел еще часть оружия. Да точнее, как ружья. Выбраться-то отсюда? Ёбаный ты по голове! Слышишь, что говорю, женек? Да. Еще часть ружья нашел. Я тебя понял. Ставлю меточку тут. Голубенькую. Но это вообще не то место, куда я хотел, на самом деле. Я хотел да, корабль это найти. Из проклятия. С динамитом, по-моему, опасно с зажигалкой рядом. Я летать буду на дрона, главное, чтобы хуй в пропеллер не попал. Это да. Спасибо за чай. За горячий. Да и за хуй стоячий. О-о-о. Даже так? Я не понимать, где я? Но это грустно. Бля, в как смысле? Так случилось? Антон. А. Я разбился. Я тебя поздравляю. Да пиздец. Ну ты понимаешь, что тебе надо делать теперь? Да, удалять нахуй эту игру. Пиздец. И смысл мне сейчас что-то делать вообще? В смысле? Ну, блядь, я нулевый, без нихуя, как я тебя туда пройду? Без этих гарпунов этих всяких. Да нормально, просто пробежишь и все. Да ты не понял. Как я тебе пройду без этого? Ну, аккуратненько по скале там сползешь как-нибудь и все, что-то. Ты дурак, что ли? Нет, серьезно говорю. Без приколов. Да ладно, тебе Зептер, что ты начинаешь? Соберешь ты свой компьютер. Лето так будет. Через 15. Неправда. Ой, золотой флажок, да, там и? Да, вроде. Пиздец. Мне вот аборигены увидели, блядь. Да и мне б твои проблемы. Да ну пожалуйста, пацаны, он там. О, они к тебе побежали. Один с фонариком, двое с коктейлями. Я тебе серьезно, кстати. Я сейчас присяду, нахуй, они меня не найдут. Все, да найдут они тебя. Ну, а паркет, что там? Ну, паркет, ну это твой интернет конкретно. Не, завтра, если ты не знаешь, как собирать, то лучше, блядь, отдай человека, который соберет тебе. Там, потому в принципе, что... ничего сложного нету. Ну, ничего сложного, но если он не туда что-нибудь въебет, нахуй, включит, блять, оно может и погореть, нахуй. А чё он может не туда воткнуть? Да... Он может только термопасту хуёво сделать. Да чё угодно, блять, на самом деле.
Вплоть начиная Нихуя и не до себе. конца Антон. вставленная оператива. К тебе чуваки бегут. Ну, удачи им. Просто такой иду по лесу, короче, в присядку. И чуваки такие пробегают мимо меня. Ну, навряд ли они прям ко мне. Они скорее тебя ищут. Отъебись. А, Steam. О, ну паркета тоже Steam лагает. Так он у всех, я же говорю. Там сейчас с ним проблемы. Ну вот и я тоже. Да, завтра лучше не рискуй. Да на никого не сборщика рублей за 500 соберут. Ну да. Или какой-нибудь твой гениальный знакомый, который, блядь, компах шарит там. Хотя, если бы у тебя такой был, ты бы у нас ничего не спрашивал. Блядь, а где же этот корабль-то ебучий? Не на том ли острове, интересно? Поехали нахуй. Фу, сука, блядь, это животные бегают, думаю, блядь, что за хуйня тут рядом носится? Это открыто новое животное. Скажи, пожалуйста, а какого хуя я ночью попёрся? А потому что ночь. Логично? Да. Здорово, Виталик. В а вот смысле, тут, через слушай, что? а Через тут есть... стримлапс? Тут есть розовая пещера. Может, по ней я спустился туда? Не знаю, Жень, но Нет, по золотой, золотая. ближайшая к твоему трупу. А, процвидюха через проц. Через проц стрим ты стримишь через проц, да не через видюху? Да шучу, через видюху, конечно же, она же сегиговая, куда нахуй столько объема памяти, поэтому через видюшку, поэтому она такая большая и жирная. Блять, акула, сука. Ничего, Женек, сейчас вместе побежим. Тебе-то ближе бежать. Да. Блять, я так и знал, что нужно было делать плот ебучий. Ебаная акула. 6 гигов, Виталик, 6. А, Виталик там, что ли? Да. Ему приветушки, буфетушки. Ага. Теперь у меня тоже 6, что ты? 10.60, Виталик. У тебя же, Антоха, тоже Asus, да? Не, у меня Nvidia. А, у тебя прям референс Nvidia, да? Да. А, ну ладно. А сколько вертушек? Две? Да, две. Две вертушки, вертолюшки. Так, ну я в пещере. Ебаная акула, блядская. Ведь второй раз не вариант умирать. Так. Чучики. Хоть бы вас тут не было, сука. А как я здесь не выбрался-то? Как? Давай, давай, завтра занимайся. Заказывай. У меня Steam на покупай. телефоне нактылся. Что значит нактылся? Не знаю. Это... Антон, а паучихи спавнятся? Ну, я не знаю, нет, по идее. Накрылся. Мне пизда, еще второй раз сдохну, да? Блять, ненавижу акул, ебаные акулы. Кажется, я вижу свой трупик. Мне кажется, я плыву к своему трупику. Еще нихуя не видно.
Ну это не точно. Блять, акула ебучая, отъебись, я тебя умоляю. Я тебя заклинаю, отъебись. Я тебе говорю, отсосу, отъебись от меня. Не, ну так точно делать не буду. Ты уже перевор. Думаешь? Да думаю, да, тем более, чего у акулы отсосывать. Плавник. Ну, можно, да. Нужно. Блять, ебаная акула, иди нахуй! Кажется, вот то место, где я уебался. Если вы спуститесь, не факт, что вы подниметесь, да, да. Это тебе такое оповещение вылезло? Нет. Я не как туда попасть-то? О, падал, отъебись. Одна игровая блокировка, подробнее дней из блокировки 112, и чё вы? Умер, Гленси, у меня тоже Steam умер. Кое-как завели, блядь. Ебать. Доплыла, тварь. И, наверное, с попытки сотой только смогли завести этот... Блин, Антон, а мне никак не пройти здесь. В смысле никак? У меня нету этого скалолазающего хуйни. Ну, ты можешь вниз потихоньку спускаться как-нибудь? Мне надо на другую сторону перебраться с помощью скалолазового этого, хуйни этой. Заебись. Ну, что тебе сказать? Придется тебе, видимо, перезагрузиться. А можно? Сейчас смотри, пригос придет. Да. Ну, тогда выходи. А, мне, в принципе, надо, в смысле, выйти в главное меню? Да. Ливнул? Да, давай еще раз. Ох, пригласить. А, блин, купи Гаррис мод. Не, спасибо, не хочу. А я не сохранился после того, как уебался? Нет, я надеюсь. Потому что если да, то ты дебич. Вам тут дебич. Не, ну это сухо по факту. Не, нормально. Сухо по факту? Да. Сам ты засох по факту. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Нет, ты пошел. Ты. Ебать! Егор пришел, паркет его тут выгоняет, говорит, уходи, пошел, съебал, хрен. А, у тебя никогда не форест не тянет, блин, обидно. Ой, блять, как это забавно. Разносчик проклятий. Пиздец. Пошел, говорит, нахуй. Ну, ты где пропадаешь? Мы вчера... Форточку играли, ты где был? Ну ты вчера в смысле заходил, а что-то ушел потом. Ну ой. Что? Устрицы собрано? В смысле? Устрицы собрал. Ты там вообще охуел, устрицы хавает. В смысле? Такого не было раньше. Или мы дебилы не замечали никогда. Какие нахуй устрицы? Настроения фосточку смотреть нету. Ну я сегодня Division стримил. Я сегодня Plague Tale стримил. Ребята, вы хотите сапки? Вы хотите смайлики? Поднимаем онлайн. Да, Антон? Да, я с тобой полностью согласен. Солидарен на все 100.
Бля, я устрицы собираю. А как, на какую ты игрушку себе копишь? Что за жесть? Чипи? Что за игра Чипи? Я не знаю. Я тоже не знаю. Чип-чип-чип и Дейл к нам спешат. Чип-чип-чип и Дейл. Опа. Ой, я после стрима не запомнил название. Скинь в Дискорде картинку. Скриншот игры. Так, а я здесь перепрыгну? А если я здесь не перепрыгну? Ну ты умрешь и придется опять все заново. Так ты не перепрыгивай, Антон... не перепрыгивай. Антон дрочит меня, короче. Нет, почему? Ну бля, я ж выбрался. У тебя ж карта есть. А я в обратку пошел, я ж не пошел туда вперед. Ну так а чьи это проблемы? Сука, суп нашел и краску. Ты назад возвращайся, а не вперед. Ты еще не угроза? Нет! Антон меня оставил в катакомбах ебаных! Да в смысле я? Ты сам себя оставил. А я вот арбалет нашел. Чего ты нашел? Арбалет. Арбалет? Да. Я тоже хочу арбалет. Придется тебе сплавать. Ура, ура, я сейчас выберусь, я нашел выход. А я нашел выход. Лишь бы, блядь, меня никто там не встретил. Не, нормально. Я выплыл. Я вижу выход. На, похавать. Я смогу, я выплыву. Там на улице день? Да. Заебись. О боже, этот солнечный свет! Где дом? Где дом? А где дом? Короче, Женек, я тебе рассказываю, как арбалет найти. Сейчас идешь на синие меточки, две, где я сейчас нахожусь, понял? Я в только стороне. Одну вижу синюю метку. Сейчас я вторую поставлю, если меня кого не сожрет. Вот. Здесь есть обломок корабля. По нему побегаешь, пошаркаешь, там должны быть стрелы, короче. И от этого носа идешь в воду. Надеваешь акваланг и топаешь в воду. Здесь остров корабля лежит. Но... И там над ним будет такая желтая, ну, палка, короче, с нитками привязанными плавать. Вот под эту палку прям ныряешь и вниз плывешь, и там будет пещера. В эту пещеру заплываешь, и там арбалет найдешь. И чертежи новых строений. Я тебе так скажу, тебе придется повторять. Ну, короче, сначала хотя бы до метки доберись. Вообще из пещеры сначала выберись. Я уже, блядь, по суше бегаю. Наконец-то, блядь. А почему я дома не вижу нашего? Ну, далеко, наверное. Я не знаю. Ну, я иду к синей метке. Давай, занимайся. А я попробую назад вернуться так, чтобы меня кого не схавало, блядь. Скинул, хорошо. Ебать, тут тарзанов, блядь, бегает. Да, он все пытается внедрить. Он говорит, что проклятие Егора у нас в кодах уже стрима с Женьком. Да походу, ну.
Блять. Главное на акулу ебучую не напороться. Да, кстати, Женек, тут из чего акула плавает, ну ты понял, да? А чё, арбалет сильно лучше, чем лук? А я понятия не имею. Ты Я взял просто арбалет? взял его, да, но я плыву, я не могу сейчас посмотреть. А ты там далеко плыть? Ну да. А на плоту нельзя? Ну сделай одноразовый какой, самый легкий, и на нем доплыви, да, так Не, безопаснее зачем? будет. Мы сейчас возьмем наш двухсторонний плот. Ой, да ну не, а мне зачем назад? Нет. Че, сука? Короче, Егора Да проще я вижу, как я пристрелить. вижу, я вижу, как ты плывешь. Но я очень рад, и что? А чё там на желтой метке на острове? В смысле на желтой метке? Там нет желтой метки. Вон желтый флаг. Там синий флаг. Блять, а там желтый еще есть. Там два синих. Ты желтый один сделал, один синий. Я сделал два синих. У меня на стриме можешь зайти глянуть. Не, давай ты ко мне зайдешь на стрим и посмотришь. Нет, давай ты. Паркет! Синий! Желтый! Паркет! Желтый. Синий! 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 Ну, синий, синий. Синий паркет? Может и паркет синий, не знаю. Вы чё там ебанулись, я оранжевый, понятно. Понятно, да. Короче, не, не а если ясно. Меня съест акула, То где тебе будет мой придется друг? опять бежать. Он на дне будет лежать. Понятно. Вот тебе надо две синие меточки посетить. Сейчас ты на корабль плывешь. Там одна желтая. Вот где корабль, там желтая. Но у меня там синяя, Женек, неважно, блядь. Вот, а на второй части ружья еще будет лежать. А надо ли оно? Ну а почему нет? Ты не хочешь ружишку собрать? Да хуй знает. Ну прикольная ж тема. Патронов 26 штук уже для него. Оно ваншотит, что ли? А хер его знает. Дальтоник, они зеленые, ну да. Если тебя съест акула, то я пойду играть в дивизион. Нихуя. Ага. А акула как, ваншотит? Нет, она два раза жрет тебя. Понятно. Но этого, знаешь, недостаточно. Кинул Г-вирус куда? О! Она жел, она зелен, она синим стала. Значит, кто был прав? Нет, был ты. Ты не был прав, как и я. Так! Не был прав. Она была желтая. Так, Женек. Сейчас метка синяя. Нет, желтая. Пиздобол. Нет, желтая. Пиздобол. Да желтая! Пиздобол. Я доплыл до первого острова. Тут черепахи, блядь, тусуются. Так, обломок корабля, чё тут надо, куда? Короче, смотри, вдоль этого обломка ты плывешь в воду. И тебе цель уткнуться в палку, которая торчит из воды, с веревками такая будет палка. Она там одно такое, типа бревно. Под водой, да? Ну, типа, не под водой, над водой она, в том-то и дело. Тебе вдоль корабля этого надо плыть, разъебанного. По воде или под водой? Женек, по воде. Над кораблем. Блять, проблемы. Я тут навигатором работаю. Чё-то нет нихуя. Там она очень далеко. Плыви пока. Ну ладно. Заражение именуемое, я уехал. Где ты в пень? А, вот, вижу палку. Вперёд. И вот под бревно, эту палку... Это бревно называется. Там палка. Это бревно. Там часть корабля палка, и, блядь. И вниз? Да. Насколько глубоко? Ну, ты увидишь, там вначале ты... Так, ну я на дне, у веревки этой.
Ну вот там плыви, там сначала люк будет, потом пещера будет. А, все, вижу пещера. И там разберешься, я думаю. Ты же не даун? Вроде бы. Да хуй знает. Ебать, у меня есть 8 устриц. Ты сам как Охуеть. устрица. Я жру устрицы. Кайф. Ридер съел агавирус. Г-вирус? Так, я выпал в какой-то пещере. Так, кость. О, здорово. Так, арбалет взял. Стрелы. Все, плывем обратно. Ну на другую синюю меточку лети. В каком веке? В отличном. Зептер спрашивает, ой, Зептер, блядь, паркет спрашивает, какой век в моей империи? У тебя королевство, у меня империя. То время, когда рыжих женщин казнили. Рыжих женщин казнили? Да. О, Донателло и Рафаэль плавают. Когда это было? Средневековье. Средневековье. Ты видишь, что строю? Фух. Так, а мне там динамит нужен будет? Да, нужен. А у меня нет динамита. Ха. Хуёво. XVI век. Пусть будет 16-й. Хорошо, что я не рыжая. Не, Хочешь, мы тебя покрасим? ну ривер бы я не сжег. Не. Зачем? Она тебя сама быстрее сожгет. Неправда. Вот это вот неправда. Ладно. Любимая моя сладкая. Давай ты бутербродов сделаешь, перекусим. Помаленечку. Что-то мне так устриц захотелось. Там Антоха устриц, блядь, наебывает. Ну да. Но я их не наебываю. Был бы 18-й Егорки, был бы пиздец. Ну, что поделать, да. Почему? Ну, не знаю, паркет, видимо, лучше как-то разбирается. Паркете? Да. Ну тут я даже спорить не буду. Блять, какое-то бескрайнее море, блять. В 17 веке было создано первое огнестрельное оружие. Ты же Вот язву почему. отращиваешь, нет. Да. Чё да? Дотращиваешь. Ебать их! Раз, два, три, четыре, пять! У, сука! Пиздюканы бегают. Пиздюканы? Ну. Ебать.
берегу. Заебись. Отъебись! А-а-а, спалили! Спалили, гады! Да-да-да-да, удачи. Ебать, Женек с ума сошел. Я на их этом венгерском разговаривал. Венгерском? Ихе, блядь! Антоша, а? А, что? Меня тут БДСМщики, блядь! А! А это интересно. Пизда, пизда просто. А! Помогите. Антон, мне нужна помощь! Ага. Антон, мне нужна помощь! А, да, да. Беги ко мне. Я недалеко. Сейчас, погоди, я тут... Я тут немножко занят. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Погоди, а ты отъехал? А, ты... А-а-а! Так что ж ты сразу не сказал, что ты отъехал? А то есть, Антоха, иди сюда, я недалеко, как бы это. Ну, непонятно бы было как-то. Я понял. Я отъехал, но я близко к дому уже. Я возле, я, можно сказать, возле дерева большого. Ну, это охуенно. Их там, небось, много, да? Ну, штуки 5 точно. Заебись. К носику подходит. А я только вышел. Ну, значит, тебе пора превращаться в Соника. Нет. Можно, в принципе, кинуть тебя и сказать, Женёк, беги. Ну так, на самом деле. Ты, говорит, за столько времени не понял, что Антон далеко не скорая помощь? Да. Ебать их, ты ебанутый, Женёк, что ли? Жень, ты ёбнутый. Их тут человек 20, блять. Я ж не вижу, я ж в земельку смотрю. Жень, ну тебя нахуй. О, блядь, я не знаю, как тебя поднимать. Они тебя окружили, они тебя пиздят. Я не знаю, я тебя не смогу поднять, Женёк. Это пиздец. Серьезно. Я, конечно, попробую сейчас как-нибудь. Нет, не... О, я, походу, сейчас сам побегу. Ебать. Они проебали мой труп. Теперь я, походу, сейчас сам побегу. Оп, твою мать. Пизда, мне в еблище два коктейля Молотова прилетело. И потом меня еще и отпиздили. О-о-о, да ну нахуй. Блять, ну они все за мной бегут, они сзади коктейли кидают. Я к дому подплываю. Я понял. Я потом скажу. Блять. Даже просто помощь не всегда, да. Чё ты тут строишь новое? Церковь. Церковь? Да. Ты решил свои грехи отмаливать? Ты иди зайди, посмотри, что на базе стоит. Сейчас зайду. Ебать, я еле убежал от них, нахуй. Неправда. Как это забыли, вот. Ну там церковь надо будет потом, в зависимости от того, как пристань построится, ее строить тогда, потому что я не пойму пока. Я вот тут фундамент у церкви проверяю, если что. Я понял. Я пиздец. Хорошо, хоть лекарств до хера. Ну вот, собственно. О, ебать, это что за эшафот? Это крест. И гроб. Для Павлика? Ну. Андрюха, в принципе, он... может тут жить. А он закрывается? Нет, к сожалению. Блять. Такой наш мумия, не мумия, а Дракула, блядь. Пошли проспимся, и я побегу за шматьем. Давай, давай, давай. О, я пойду покурю пока. Давай. Я за шмотками иду, за своими побегу. Только я все бегу.
Шмотки за шмотками лечу. Шмоточки, вы мои. Где вы тут, где вы? Отлично. Спасибо. Спасибо. Так, пойду броню повешу. Блять, скотча нет. Настало время дрему. Ты спать захотела, что ли? Опа. Так, я на месте. Ты забрал? Да. Отлично. Что, теперь надо деревья рубить, причал строить. Теперь надо покушать. Надо причал строить. О, тележка разбаговалась, кстати. Да? Да. А вторая вот ебала, блядь, херней Это я страдает. ее разбаговал. Каким образом? Колдовал. Пиздишь. Отлично, теперь есть две тележки. Thank you.
лесорубы, мы лесорубы. Ты чё, блядь, сука, сюда пришел? Иди сюда. Куда пали? О, блядь. Падай, сука! Чувак залез на дерево, а я его скинул. Хорош. А я короля тут поймал. Че, еще хочешь? И сюда. Кролика, которая центральная ловушка? Ну да. Ты ее обратно сделай? Я ее уже сделал обратно. Нет. Да. Ну вот она. А, ну значит это там еще кролик сидит, значит. А, да, там кролик. Ну тащи. Ну подожди, да я деревяхи соберу. Давай, что их собирать? Ты чё, сука? Да ты охуел? Говно и палка. Антон, смотри, друга привел. Ага. Тащи друга в клетку. Там у него большая компания. Ну. Женек, ты знаешь что, ты, наверное, набивай на бревна это в хранилище, а я тогда буду пока строить. Так. Проблем. Они заебали там по деревьям скакать. Ну они же аборигены. Чем еще делать? Письками мериться. Ну, можно, конечно, но... Опа! Блять, нет. Чё? Да я ее поставить нормально пытаюсь. Но это довольно трудно, блять, честно говоря. Кого ее? Да церковь. А, я думал, ты про его. Ну это, блять, я тебе хочу сказать, не так легко, блять, как кажется, нахуй, с такими размерами, блять. Да я понимаю.
Ну, вроде так, как надо. Ну да. Ты ёбаный в рот, опять кролик поймался. А чё? Сидел кролик, я чиню ловушку, короче, понял, потому что она показывается поврежденной, и он убежал. Да. Охуенно. Сука, ты охуел на пеньке сидеть, как гопник. Ой, ой, я сейчас отъеду. Не надо. Блять, он не один. Он подругу привел. Она перепрыгнула. Блять. Да. Ты аккуратно. Блять! Чё? Да дурак пьет воду грязную. Ну. Типично, Антон. Да иди ты в жопу. Так, я сейчас жизнь восстановлю. Ёбаные чучи, блять. Не говори. Я там только лес попилил. Я вернулся. Хорошо. Кто я? Где бывал? Кто я? Где бывал, что делал, что видывал? Кто мы? Кто ты? Ху из ху? Yes. What the fuck, мазафака, сука, блять. Фух. Девяносто четыре бревна.
20 мандавошек. Ты понял про чё я? Да. Да не надо. Охапку дров, да? Да, 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 и пол готов, блядь. Все правильно. О. О. Need for speed. Must read it. Must forest. Must forest? Да. Особый лес? Да. Блять, ну ты дурак, что ли? Пиздец. Варан залез в ловушку. В смысле? А чё, можно так? Но он там, внутри. Где, покажи. Ну вот у меня. Я не могу ее сделать теперь назад. Я его пристрелил нахуй. Правильно. И бан готов. Не, бан за это не дадут. За что? За стильшок этот. Да ну. Охренеть, блин, варан тупой. Варан тупой. Ну. Ты кто подстригаешь, я? Ну. Херачу. Да за шо? Было бы за шо, вообще бы пиздец был. Ну. Мне нравится, как Антон предлогами разговаривает. Да я просто дровосек типичный. IQ 2 копейки? Ну. Чё, моё дело рубить, опять работать. Зак-зак. Да просто кланяйся, продавай все, что есть в стиме, да и все, и мозги не колупай. Блять. Тихо. Что-то походу Павлик не присоединится, судя по всему. Посмотрим, но. Да уже время поздновато. Ну да. Ебать здесь кладбище бревен. Так, поехали.
один раз уже сделал, теперь я пуст. Ну, типа, да. Это одноразовая хуйня. Второй раз накопить это уже тяжело. Ну, я когда в доту забил играть, мозг оттуда продал, блядь, на них купил и жирхую тьму. Это пиздец был просто. Ну там аркан только, по-моему, у меня 6 штук было. А они стоили по 2500. Аркан. Ну, типа особый облик там персонажа. Типа элитки? Ну да. Они там с крутыми эффектами, со всякими были, да и внешне, и она прям сразу видно отличается, прям. Че, Женек там хранилище подзабил, да? А ты не играешь ни в Move or Die или Stick Fight the Game? Я не знаю такие игры. Так что, скорее всего, нет. Последний остался. Да? О, нихуя. Ну давай, сейчас будем церквуху херачить. Ну, в принципе, можешь и не таскать, можешь уже в эту церковь кидывать. Я добью сначала. Ну, смотри. Все равно потом сюда ж просто таскать. Нет, это НЗ, пусть оно лежит. А какое НЗ? Нам строить надо. Это НЗ, блядь! НЗ потом забьем. Нет, это НЗ. Хуй НЗ. Вот церковь, кстати, мы в прошлый раз так и не построили. Но должны еще быть чертежи, на самом деле. Че, НЗ-то уж нам натаскать не так трудно будет. Я хотел бутербродик доесть. Ну, это так. Мини-игры, Steam ожил? Ну, ради бога, может быть. Относительно, наверное. Региона. Так, бревен-то осталось еще похуйня. Ну, 59 штук. Так это похуйня. Ну вот НЗ как раз для этого и нужен был. Угу. Нет. Да. Нет, спасибо. Да-да-да. Защитная баррикада. Сколько, 3 камня? Ага, больше. А, ты еще добавил? Конечно, и сейчас еще 3-й уровень. Так, и 3-й. Можешь не нести назад, Жень. Я пошел еще набрать. А, я понял. Положил. Сука, я тебя сейчас буду с лаком встречать. Да иди в жопу, Женек. Так, ну камни, по идее, все, наверное. Ты че, блядь, я все взял. Или погоди, не, давай еще вот тут заебеним сейчас. Чтобы не падать. Где? А ты чтоб... покушай? Да покушаю пока рано. Ща, погоди-ка. Тебя стой! Тихо, аккуратно. Тут лишняя херня есть. Во,
Ну это так, чтобы просто в воду не падать. И вот тут еще. Чик. О, нормальная тема. О, подружки ты пришли. Твои. Все, Женек, камни назад складывай. Пошли бревна таскать. Сука, я их сюда так долго таскал. Это паучиха. Ну долго, недолго, но нам под церковь надо. Защититься от чудищ, так сказать. Не. Ну, мрази, а что показывают? Подобрать бревна 45? Подходишь к церкви, там надо 145. Я не знаю. Может, и нужно 45? А к церкви подходишь, надо 139. Ну я хер его знает. Может неправильно показывает. Ой. Бля, мишень надо перенести куда-нибудь, оно теперь тут не в тему. Да. Ебать, ты мастер переноса мишени. Ну тогда. О, мишеньку можно тут поставить, будет оп. Почему у меня бревно-то выпало? Не знаю. Хуя мы тут обустроились, ебать, даже церковь своя. Ебать. Церковь, говорит, даже своя. Ну. Дань будет на нее. Десятина. Надо, кстати, фонарики еще поставить. Начерепки, кстати, есть. Да, у меня тоже. Нам нужно производство наладить. Да. Где два наших три гастарбайтера? Я не знаю, блин. Проебываются. Блять, осталось 6 бревен, а тут их 2. Ну там явно не 6 бревен, как ты видишь. Ну да. Ебать, до завтра доделаем как раз нормально. Можно спать идти.
Да, Женек, я тебя вижу, блядь. Я что-то сзади сижу, смотрю, повернешься, испугаешься. Не-не-не. Сейчас, ну-ка, отойди. Ну, почти, почти. Че именно? Получилось. Кого? Кого? Я хотел вообще фильм ужасов. Так, погоди, а это, блядь, это так не работает, да? Сука. Там подружки опять пришли. Твои подружки, сказал, блядь. Твои. Твои. Твои, блядь. Твои подружки меня ласкают. Ой, дурак. Твои подружки шепчут мне. Что, Женя, дурак? Дурак навеки. Ты дурак. Что, Женя, ёбнутый сам в себе? Устюка. А, на причале, походу, нельзя, да, поставить? Не, ну это тупняк, конечно. Опа. А, это все шкуры кроликов? Ну. Я думал, олени есть. Ну, один есть. Но он у тебя в инвентаре, да? Нет. Он со мной играет. Посмотри на башню. На башню? Смотрю. Рядом. Блядь. Попал. Спасибо за стрелу. Пожалуйста. А, она не лезет. Куда? В жопу тебе? Ну ладно. Короче, хотел дверь сделать еще сюда, но не получится. А, не лезет. Я заметил. Не получится дверь сделать. Ну похуй, в принципе, так ничего. Да? Расцветает, кстати, даже спать не пришлось. Пойду сдам в инвентарь находки свои. Так, раз. И два. Чё ты со мной ходишь, блядь? Блядь, Женя, придурок, сука. Уйди от меня. Уйди, ты ебанулся. Ты чё-то растолстел? Ты ебанулся. Мишень, видишь, где поставил? Теперь смотри, как да. Удобно, да, нормально? А у тебя на голове. Да иди ты в жопу. Кстати, да, удобно. Пойдем, пилить пора. Ну, по той же самой системе работаем, наверное. Забивай хранилище, а я туда это... Станиславского? Да, да, да. Я уже поработал, блядь, я только хранилище забил, он его растаскал. Не, ну может в этот раз хотя бы это, по-другому немного пойдет, как бы. Я же сейчас строить буду, а ты будешь хранилище забивать, и получится а так, что... А до этого я что делал? Не, ты не понял, теперь как по ней это, меньше бревен понадобится-то. Бревен-то меньше надо будет, я же сейчас буду строить. Как-никак. А чё не хватит из хранилища, докидаем потом на следующий день дополним. Ну я тебе говорю, что не хватит, Джей. Вау! Еба! Ты смотри, сколько пришло. Не хочу. Банда, а чё там горит? Yeah.
Up 3, 4, 5. Это по 7 штук. Ну понятно. Кстати, у вас от тебя бегает. Да, я в курсе. А, нормально, блядь. Мне все ебало оторвали. Я машу тебе привет. Топорик. Заебись. Привет. Нам бы поработать, ребят. Вы против, да? Охуенные ребята. А чё у нас костер делает? А, все нормально. Да, 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 ребята, давайте. А еще желающие есть побороться? Вот ты, наверное, хочешь, да? Ой, газюлька. И шо зайца несу? Ебать, у нас в одну телегу уже сажать их некуда. В натуре? Да, уже забито. Давай съедим. Не надо, пускай сидят. Я прямо сейчас могу стрельнуть. Не надо. Жень. Все, минус. Они так смотрели на меня, не убивай нас. Вот не именно. Убивай. А я такой... Не, нихуя. Ну, заяц, погоди. Ох и Женя, охотник на кроликов. Ой, у меня тут тележка перевернута. Гроза кролей. Ага. Гроза курей. Курей и их тоже. Камешки тоже не забывай, Женек. Камешки тоже надо. Вот три штучки принес. Хорошо. Вот еще два. Хорошо. А вот сейчас не нашел. Блять. А вот сейчас не нашел такой. Блин, интересно, где пацаны тогда еще чертежи находили, блин, а? Должны быть еще чертежи. У Леонардо да Винчи. Это понятно, только Леонардо да Винчика тут нету. Да Винчика. Да. Блять, опять что ли кролик поймал? А, понятно, ловушка просто сработала. Просто сработала. Ну, аборигены могли ее тюкнуть или еще что-нибудь произойти в этом духе. Понятно. Это Антоха от них бежал, бежал, короче, и ножкой задел. Не, от тебя она не сработает. От меня она не сработает, я заткнись, говорю. Заткнись, заткнись, заткнись. Это ты в Мадагаскаре увидел? Да. Что ты думал? Да хуй знает. А палочки маленькие у нас полностью НЗ-собраны? Нет, нет, не полностью, тоже.
Нихуя я Гудини. Или полностью. А, не, не полностью. Сейчас достроимся, НЗ пополним, потом пойдем охотиться, наверное. Надо шкуру оленей найти. Да и на теплый костюмчик неплохо было бы насобираться. Вау! Я тут такой пилю, знак. Антон! Че? Я пилил дерево. На так. Меня напали уроды. Я бежал от уродов и попал под свое дерево. Ебать ты. Это знаешь, как называется? Долбоёб? Пункт назначения. Нет, это называется пункт назначения. Окей, ладно, я не... Ну, я почти угадал. Нет. Ну да. Ты обласкал меня. Ты что, меня восстановил, что ли? Да. А ты что думал? Я тебе даже телегу пополнил. Ты видел, сколько я тут нарубил? Видел. Но у меня там немногим меньше. Да там многим меньше. Нет. Тут опять варан ебанутый. Да? Блять, я его теперь не могу убить. Варан! А, вот, все есть. Придурок, блять. Ёбнутый. Маленькие-то палочки почти все полные. Ну почти. Понятно, еще кроль поймался. Поймался. Давай суп заебашим из кроликов. Не надо. А его сажать некуда, лол. Ты будешь смотреть, как... Ну, я и говорю, съедай нахуй. Погоди, а если я его выпущу тут? Он утонет, я понял. Он провалился в пол и умер. Короче, я предлагаю, короче, просто съесть кролика, а ты его просто утопил. Живодер. Да короче, больше нам кроли не нужны. Как? Ну, а куда нам их столько? Так шкурки стик добывай. Так а шкур, глянь, сколько и так валяется, что ими делать? Пусть они будут на всякий случай. А вдруг я буду на свои платки делать? Угу. Сопливчики, блять. Да вот слюнявчики всякие, ну. Вдруг у нас забеременеют кто-нибудь, подружки твои от тебя. И... Твои подружки от тебя забеременеют, блядь! Не суть важна, чьи подружки, главное, они забеременеют. Сука, я чувствую, блядь, как Андрей пойду отшельником жить. К Андрею? Неважно. Но вы уже не будете отшельниками, получается. Мы будем отшельниками. РГБТшными? У нас, блядь, будет нахуй братство отшельников, блядь. Братская любовь у вас будет? Да у тебя будет братская любовь с рукой тут, блядь. Осуждаю. Подтверждаю. Осуждение? Нет. Так, что там еще? Еще пока не перекур. Бля, завтра пятница, заебись. Че завтра, какие планы? Не знаю, посмотрим, что. Ну, масик по-любому 2 часа. 3.
Дополнение, конечно, клевое, я не знаю, мне понравились Mass Effect. А ты что, уже основной прошел, что ли? Нет, я просто дополнение делаю, их нельзя, ну, короче, после будет сделать. То есть надо обязательно. Типа... Да, понял. То есть там до определенной точки доходишь, у тебя есть время на выполнение там нескольких заданий вроде всего лишь. Вот. Да. То есть ты не пройдешь, не успеешь все дополнения. Ну вот, а я вот начал проходить их сейчас, вот, короче. И ты прикинь, я вчера занял 1100 рублей, чтобы купить эти дополнения, и сегодня мне приходит больничный. Ну ты отдал долг, самое главное. Я вообще в ахуе просто, типа, блядь, нельзя было вчера, сука. Какая похуй, отдал же долг, самое главное, если. Нет. Почему? Нахуя? Действительно. Чисто российский менталитет, да? Я отдам, правда. Но более крупную сумму. Почему ты передо мной отчитываешься? Я отдам, правда. Я не отчитываюсь, я просто говорю. Ну, прозвучало, знаешь, как будто я этот коллектор, короче. Ой, все, иди нахуй, все. Все, заткнись. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я сейчас микрофон пухну на стриме. Я уже слушаешь? Что? Ты меня уже слушаешь? Нет. Все мужики беги. Ой, блядь. Опять эта сучка началась. Я просто делаю много этих моментов для ярких моментов, чтобы клипики были. Сука, падла, не на мне их делай. Не за мой счет, блядь. Ебать, смысле, телега. Я их делаю для тебя. В смысле? Ну так ты же тоже себе их ебанешь. Ну, возможно, но это не точно. Да как нет-то? После того, когда твои подружки рожать будут, тебе придется. Заткнись, а-ля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 . Жанетта, ёб, это, кукни ему черепок, а. Ёбник, ты его. У меня просто, чтобы ты понимал, у меня вебка снимает, у меня просто ебальник не закрывается, а улыбка не стягивается, у меня рот болит уже. Ну правильно. Рот у тебя все время болит. И не стягивается. И не стягивается, да. Жанетта, черепок, пожалуйста, можно заказ? Кокнуть черепок. Она спит, походу. Бля. Жанетта. Я помню, короче, когда мы только познакомились, я, короче, почему-то думал, что ее имя, короче, можно сокращать. Знаешь, я такой, Жан, привет, Жан. А тут, а там хуй. Я такой, типа, что? Обломись, да? Да, я вообще, я серьезно, я даже не знал, что, оказывается, есть такое имя несклоняемой формы. Я вот, для меня это прям, блядь, шок был. Ну, то есть... Ну я. Игорь же тоже не склоняется. Игорек. Ну, Жанеточка. Там тоже так. Да это да, это склоняется. В этом случае. Ну, вот, а тут вот как-то. Я имею в виду. Игорь, ты можешь как-то уменьшительно сделать? Игорюсик. Блять, Жанетусик, то же самое. Ну это уже даже такое из пальца высосанное. Ну да. Да хер его знает. Вот Антон Тони. Старк, блядь, нихуя ты охуел. Иди нахуй, Тони. Меня учительница по-английскому так называла. Старков? Тони. Да! Да! В смысле, а чё ты психуешь, нормально же? Я доебать сегодня решил, походу. Не знаю. Падла, блядь. Посмотри, сколько тебя хватит. Падла, блядь. Паскуда, падла. Ой, блядь, тикай села, нахуй, таби пизда. Филантроп или ардер? Хуероп, блядь. Какой хуероп? Не знаю, блядь. Любой. Роб Шнайдер, блядь. Ну, нормально. О, блядь, тележка опять ебанулась. Ты сейчас охуеешь. Чё, она
Она у тебя опять загнулась, что ли? Нет, она просто ебанулась. Я ты охуел. Так она зависла. Да? Заебись. А, нет. Нормально. Я уж думал, опять пиздец. Пожру, что ли, устриц? Бля, они портятся, короче, и с ними ничего сделать нельзя, пиздец. Ты с них можешь сделать несварение желудка себе. Ну вот этим я и занимаюсь, собственно. Женек, 7 деревьев осталось. 7 бревен, точнее. А я почти последний НЗ заполнил. Хорош. Да мы с тобой укладываемся, осталось тут камушки добить. Вот сука, падла, а с той тележки пиздит. В смысле, я со всех тележек пиздит. Да? Я-то и думаю, ну, какого хуя бревен не хватает? А, тут нет, тут еще одна НЗ-шка оказывается. Да, одна инзешка хуйня. О, я не пойду туда. Почему? Там твои друзья пришли? Там Вупсин ходит. Вупсин? Большой такой. Пупсин. Или Пупсин? Пупсин. Я лучше камешки пособираю, короче. Ну давай. В принципе, все равно пользы от тебя особо нету. Ой, сука. Вот это прям плевок. О, тут кролик живет. Да. Я серьезно, тут кролик? Ну да. Ну, поздравляю, теперь у нас есть церквуха. Ты все доделал, что ли? Да. Интересно, а можно весь остров застроить, чтобы аборигены не могли спавниться? Не, навряд ли. Думаешь, нет? Да ну нахуй. Я опять тут. А раз когда-нибудь планируешь поиграть? Когда-нибудь, может быть, да. Я бы вообще бы в Рафт поиграл. Не-не-не. Ты играл в Рафт? Не, и желания нету, честно. Нет, я чисто хотел бы попробовать. А, тут все что ли? Да, камушки-палочки, короче, надо. И черепки, если есть у тебя там в церкви, закинь. Есть. А что мне за это будет? Ну, пизды не получишь. Сука, я думал, прощения Богу не надо будет. Ну, короче. А люстра здесь будет? Короче. О, стой, подожди. Цель сегодняшнего собрания. Окей, давай. Так, значит, нам надо... Симпсоны! Нам, значит, надо собрать камни завтра, вот, общине. Вот, собрать камни и все, и найти новые чертежи. Все, собрание окончено. Стой, сядь обратно. Собрание окончено, так, да. Давай, заново собрание. Давай, хорошо. Надо камешки завтра собрать, короче, вот. Камешки, говорю, завтра собрать надо.
сын мой, непослушный ты. Это вот тебе ответ на камешки. Сука, падла. Устрица. Сука. А палочки, по-моему, фул. А, нет. А, подожди. Нет, почти, почти фул. Ну, церковь, ты сначала не понял, понимаю, что я в тебя луком стреляю? Да не, понял, почему. Вот. Тут, короче, получается, типа, церковь, она как дом, типа, понял? Вроде как бы идет с одной стороны, с другой стороны, сколько типа... Сколько форы, подожди, раз проста в одном, сложнее и в одном легче форы. Сколько форы стоит? Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Гидрадация, душевное состояние 88%, вес я 205... Я покупал его вообще задешево. А сколько стоило, когда ты покупал? Что-то рублей 117, наверное. Что-то примерно где-то так. Рублей 117. Я помню, что я покупал по скидке Forest и Long Dark, и все. О, они стоили очень дешево. Один что-то рублей 117, другой около 150. Ну, в общем, да. Я-то, бля, двери за мной закрыл. Я за собой закрыл. Передо мной точнее закрыл. Ну, за собой. Не, Игорь точно охуеет, когда зайдет. Не, неправильный вопрос стоит. Если зайдет. Да. Как, когда зайдет. Вот это да. Вот это ты сейчас точно сказал. Че, костюм примеряешь? Не. Хочу немного поменять местами. То как-то странно. Я решил сегодня кролика скушать. Ну это ты, конечно, молодец. Да, я знаю. А чё птички не подоносят? Не знаю. Я же хотел этой ягодок собрать. Так собирай. Ну так я и забыл, я же таскал, блядь, брёк. Мастер, блядь, меня поднапрёк. Никого не напоминает тебе? Не-не-не-не. А, да, ну. А, всё, все 30. Нержавички надо ещё 5 штучек собрать. И мне нужны снежные ягоды, и мне нужна жимолость. Нормально. У меня ж 28 зубов. Ну, в смысле? Ну, я понял, да. 28 зубов у тебя, я понял. Ты же ты понял, про что я имел в виду, надеюсь? Ну, да. Где остальные зубы просеял? А мне нельзя больше нести, прикинь. У меня и так черники, 30 штук. Я их в лесу насобирал. Так, а чё там, погоди, с зайчьим мехом надо было? Один зайчий мех и всё, да? Больше мне нечего с ним крафтить. Я тогда одну шкурку заберу, одну оставлю. Чтоб знать, что надо. Надо ещё дохуя, что надо. Енота ещё и ты выискать, блядь, идти. Енота? Это пиздец. Так, Женёк, я курить пошёл? Я, короче, если чё, тут это... Сижу, короче, отдыхаю, чилю, ебать. Я тут хочу кое-что сделать, сейчас покажу тебе. Ну, я курить пока отошел. Давай. Кого зубы украл? У Антона. Вот он сейчас охуеет. Что ты творишь? Я увеличиваю урон на топоре, зубами его покрываю.
я не знаю. Ну типа урон у него запредельный сейчас. Смотри, стекла. А что не так? Почему перо не подходит? А, типа, все, наверное, да. Типа, все. Ебать на нем зубов и стекла. Слышь, Женек, я нашел еще один строение. Антон, хочешь прикол? Ну. Так, и что? Ты мне топор показываешь. В нем 50 зубов. Так. И примерно около 10 бутылок стекла. По-моему, у тебя руки в крови. Нет, нормально все, это у тебя руки в крови. Ну ладно. Че, спим? Ну, если ты настаиваешь. Ну давай, предляг. Так, надо, короче, топать, где контейнеры. Надо воды налить. Так, а баночки у меня кончились, да? Блять, обидно. Он у меня, кстати, полностью теперь прокачан в силу, в скорость и в отравление. Нормально. Так, все, я готов. Так, ща. Я тоже. Так, ну пойдем. Куда идем-то? Короче, контейнеры нужны. Какие контейнеры? Закрывай ворота. Короче, туда же, где и мы и были. Между двух туда меток, же. там еще пещера есть. В смысле, нам опять плыть? Да. Блять. Кто-то рыгнул рядом. А, ёбаный в рот, понятно кто. Подружка опять. Блять, тут не одна. Да, ты прав. Ебать их урод. Я вниз. Ты че,
почему нас твои подружки всегда преследуют? Это твои подружки, потому что. Убей, говорит его. А тут дамаг не проходит. Free and the fire нету. Я сейчас там убью кого-то. Так это ж не я, это меня агитируют. Сейчас там похуй. Поагитируют сейчас. Тебе ж похуй сейчас было, да? Да. Такой подошел под затыльник катана и ебанул. Сейчас я нажму таб и нажму выгнать, блять. А че начал-то, я шучу же. Так, пойдем. Я боюсь, топорик может и засчитать дамаг. Нет. Давай проверим. Да не, нету дамага здесь пвпшного, только огонь, все. Воздействие внешних факторов, больше ничего. Ну топор это внешний фактор, он с неба прилетит. Нет. Ты чё камень высрал? Я как бы камнями. Да пиздец, просто бежишь, камень такой. Хара срать камнями. Тебя можно, кстати, найти по каменным какашкам. Блять. Отвечаю! Вот ты ржешь, а я тут изоленту с шоколадками нашел, ура. Бля, сука, дай изоленту. Нет. Ой, сука, стеклом прилетит, блин. Каре камнями срать. Нет. Ой, тут акула шевелится. На, держи. Пиши ему похуй. На, держи. Че ты мне предлагаешь не сделать? Возьми. Он не берется. И че мне с ней делать? Ну вот и бегай с ней. Да иди ты пей. Ой, якорь. О, еще изолента. Да отъебись! Еще изолента. Да отъебись! Антон, после тебя остаются каменные какашки. За тобой пришли. Мама, я не пойду домой. Они кричат, чтобы ты вышел. Было? Не знаю. А вот где такие кучки от Антона. Я что-то бегу сзади, я что-то тут всплеск какой-то был. Я сейчас пол первого ночи. Да. Ну мы сейчас закругляться уже будем скоро. А сколько, погоди, пол первого? У меня да. Это у меня сколько, пол одиннадцатого? Да. Че, серьезно? Серьезно, да. Ебать. Жестко время пролетело. А ты как хотел. Вон, перед тобой пробежали. 5 штук. Да я вижу, но нам не сюда. Главное, чтобы акула нас не захавала, блять. Я тут с черепахами плаваю. Это заебись. Ой, блять. Да какого хуя мышка-то на тот экран переезжает-то, алё? Топориком их. Черепах, в смысле? Да нет, это новое животное. Ну это потому что ты сдох. Когда сдыхаешь, информация обнуляется вся. Да? Да. Я рыбу поймал. Так. Ты рыбу и поймал, птичку. А я черепах. И птичку. И какашки опять твои нахожу. Ох, Женя, Женя. Топорик имба. Ну да. Чё сразу Женя, Женя, где? Полезными делами занимаюсь.
в отличие от некоторых. Мысли куда? А, вон, все вижу. Давай просто белый ник на белом небе и как бы это. Как бы что? Пропал. Да? Ну, бывает. Далеко нам плыть? Не знаю. Я знаю примерный ориентир. Так, какой? Между островом и между... контейнерами, где-то должна быть такая же палка, блядь. И вот эту палку надо найти. Хуя себе ориентир. Ну да. Такой вот ориентир. Ну мы его проебали где-то. Блядь, может с острова видно будет. Ну-ка, ща, погоди. Давай, Клэнси, давай. Все как А, я, кажись, понял, мы, походу, немного не оттуда стартанули, что ли? Типа контейнеры как-то под углом должны. Контейнеры как-то под углом, типа, должны быть. Под каким? Ну, блядь, под охуенным. О, углом. Здорово, Игорёк. Опять в лес играете, да? Опять в лес играем. А ты что собрался делать? Игорёк, Антоха какает каменными какашками. Игорёк, он меня уже заебал. Нет. Вот опять какашка после него осталась. Смотри, какашки после него остаются. Ай, блядь. Помогите. Заебал. Чё, нашёл? Нет. В процессе. Это не так просто, как кажется. Я же, говорит, говорил ему выпить слабительное. Обожаю эти шуточки. Ну так, ты чё такой серьезный? Очень люблю, когда надо мной постоянно рофлят. Да я же не в этом смысле-то, не. Да ёпта! На протяжении уже 2 часов, блядь. Да ладно. Ладно, ладно, все, больше не буду. Только ты больше не какай, ладно? Все, не буду. Так, под каким углом? Подожди, блядь, пытаюсь понять. Так, ну типа получается как-то вот так. Правильно, правильно. И вот как-то вот в эту сторону надо плыть. Окей. Так, и... Не буду я Игорю не спрашивать, а то он психанет, не надо. Игорёк, ты что собрался делать? Спать? Так, вот так к этому острову плыть? Да не к острову, нам палку нужно найти, ёбаную. Не, ну... А вот а она. Я нашел, да. Вот она. Молодец, да я? Нет. В смысле нет? Я первый сказал, вот она. Неважно, я веревку увидел быстрее. А спать собрался, я понял. Женщина накормила. Ой, чем? Любовью?
что тут есть? Там что-то висит. Есть какая-то заметка. С чертежами. Да. А, пирогами. С глазами? Сейчас будет акула, туруру. Да не будет акула. Темно, ну да. Ебать. Еба. Страшно. Еще чертежики. Стрелы для арбалета. Отлично. Только их нельзя больше нести. А, мысли. Ну, потому что вот так вот ограниченный боезапас. А для них можно скрафтить какой-то мешок или что-то? Не. Что? Как какать? Что, как какать? У тебя спрашивают жопы. Люди, как надо какакать? Да, у меня да Игорь зашел и спрашивает, ничем, как какать. Ничем, а как? Не знаю, он мне написал, в как какать. А? В как какать. В как какать? В как какать. Здравствуй, Мариночка. Как твое ничего? Я блять, а где выход-то? Вот он наверху. Дела потихонечку. Пересобрал компьютер. Как какать жопой? Жопой, Игорек. Берешь и какаешь. Жопой. У вас как скаталась? Так, надо до дома двигать. Мы хорошечно прилетели в СПБ. Хорошо. Да, 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 дыркой. Прям дырочка. Когда, Марина, будем в Fortnite играть? Ты там свои познания в области как они, не надо, пожалуйста, сильно рассказывать. Ну, меня спрашивают, я отвечаю, что я могу сделать. Ну, логично. Присаживаешься, короче, вот. Если трудно какать, то можно, в принципе, булки ручками немножко раздвинуть, вот, чтобы полегче шло. Повезла Игорь Виты, ну а то он мне говорит, я пока не могу, я говорю, что Игорь, что делаешь? Пельмени ем. Окей. На следующий день, Игорь, что делаешь? Пельмени ем. Я такой, ты что, блядь, на одних пельменях там живешь? Он сам пельмени уже стал. Сам как пельмень. Превратился в пельмень. Нет, тогда уже бульмень. Опять эта мышка ёбаная. А ноги куда деть? Ноги 90 градусов угол ставишь. Хера себе. Вот, и вперед. Жень, ты ебанутый. У тебя опять камешек вывалился только что. Я ящерицу поймал. Хорошо. Он мне еще в такси сказал, готовить сейчас будешь. Я охуел, да? Слушай, Антох. Короче, Марина уезжала к родителям, как я понял. И прилетела сегодня в Питер обратно. А Игорь поехал за ней в аэропорт. Забрал ее. И говорит, Игорь, такси, ты сейчас приедешь домой, готовить будешь. Да, это... Такой... Это сюка стук. Блять. Чё? Бывшая твоя за мной бегает. А, опять что ли?
Да не опять основа, блядь. Да вообще, говорит, пыль ебаная. В смысле, там паучиха? Да? Нихуя себе, интересно. В смысле? Да неважно. Ну, рассказывай. Тут весело. Ну, говори. А я пещеру нашел. Да там придурок сам себя подпалил. А? Блядь, женек, мне нужна помощь. Да я иду. Короче, тебе их нужно как-то убрать от меня, чтобы я помог, мой, смог в пещеру пометить. Понял, держи курс. Далеко ты? Я в пещере вишу. А, вон все. Э! Он сумер, сука! Ебать их здесь. Тут какие-то афроамериканские, короче, есть какие-то это белоамериканские. Ты можешь как-нибудь в них там покидать какую-нибудь хуйню? Ну я кидаю в них, я в них стреляю. Ага. Они между собой, короче, агрятся. Один он придурок горит. Да, им вообще похуй на меня, короче. Дебил, ты хуй меня пушки стреляешь, блядь. Пометь Жанину пещеру. Интересное. Так, а если я спущусь, тут не высоко будет, интересно. Здорово. А я почти всех убил. Да? Да, тут одна балда осталась. С птичками бегает. Здорово! А, найс, теперь же еще и эти. Пещерные-то наши отметки-то все постерлись нахуй. Я тебе хочу, кстати, обрадовать. Из-за того, что мы сдохли. Готовили? Да, карта теперь опять пустая. Это пиздец же. Ну, да. Все, я убил. Я понял, вылезаю. Марина, а ты уже видела, как Игорь играет в осаду? Мы вчера играли с Беней, с Игорем и с еще двумя парнишками. Ну, нормально. Ебать, тут побоище. Да. Забрал одного? Нет. Ну ладно. Просто на кости пустить, как бы. Как дубас говорит, как всегда. Да ладно, ты научится. Научится. Че это? А ты че его бросил? Охота. Охота, охота. Осталось немного. Че уж мимо все равно пробегаем. Я Дори поймал. Дори? Ну. Рыба, хирург. Я понял. Так, ну вот и дом родной. Home sweet home? Да. Сука, страшный ужастик, не советую тебе в него играть. Не буду. Не очень-то и хотелось. Он со всеми здоровается, кого убивает, конечно. Ну а почему нет? Слушай, ты забираешь жизнь. Ты должен знать его в лицо, типа. Ты должен знать его имя. Ну, типа ты понял, да? Японская всякая хуйня такая, самалала. А-ла-ла-ла-ла-ла, да. Ты сейчас лак в лицо получишь. Ну-ка согласись со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жень, ты отъебись от меня. Ну мне скучно, мне хочется подъебываться. Отъебись от меня. Отъебись. Сказал же, в конце приду. Хорош, мне хорош. Мне не встать из твоей ноги. Егор говорит, под конец успел прийти стрима.
Мари, спасибо за подписочку. Спасибо. За фоллоу, если быть точнее. За фоллоуис. Фоллоу, фоллоу. Звучит как жвачка, знаешь, лафис. Лафис? Лафис. Лафис. А чё мы, кстати, погоди, чё мы там за чертежи нашли? Дельтаплан. Буду летать. Короче, нам нужно башню строить. Ты сейчас охуеешь. Женёк. Я охуел с того момента, когда ты камушками начал какать. Ты вот сейчас смеешься, а сейчас ты охуеешь. А, я сам себя закрыл. Ну ты ж да, придурочный. А ты куда пошел? Сейчас, погоди. Я взлетную полосу, ебать, строить сейчас буду. Мадагаскар собрался. Да ты сейчас охуеешь, я тебе отвечаю. Короче, смотри. Вот это взлетно-посадочная полоса. Где? Еба, это... Ассасинов переиграл, что ли? Я тебе отвечаю, это вот она, взлетно-посадочная полоса. Это для дельтаплана. А чё она сверху вниз-то идет? Так она для дельтаплана. Короче, строишь дельтаплан. Вот. И полетел. А нахуй ты её там разметил? Там, блядь, деревья падают. Там не важно. А куда ее? Она не поместится нигде. Ты что, ёбу дал? Ну да. Вот, а дельтаплан вот надо строить тоже. Там, кстати, шкур до хера надо. Там 8 шкур. Короче, какие-то 8 шкур надо. У нас есть ещё на броню место? Нету, по-моему. Где брони? Я не знаю. И шкурка есть одна. Ну, я не знаю. Блять, все приходится самому делать. Не, ну можешь еще бронь поставить, конечно. О, есть. Просто тут ее уже некуда, ну только в угол вон туда. Ну-ка, сейчас, погоди, я хочу посмотреть, где еще чертежи найти. Блин, ну тут да, места нет. Так, ну этот чувак показывает, где, короче, это. Ну вот они, да. Что-то холодно, надо согреться. Так, это, конечно, Антошка, все заебись, я сохранился. Давай-ка закругляться. Да, давай. Так, я это видео себе, наверное, оставлю. И это, и, наверное, потом тогда найдем. Короче, еще там чертежи какие-то должны быть. Нет никого дома. Да. Так, сохранился? Да. Я тоже сохранился, наверное. Молодец. Сохранился. Потом будем базу ВВС строить. Базу ВВС? Да. Страшно. Ох, я устал. Я не хочу завтра на работу идти. Не ходи. Да не хочу. Так, а чё мне тут скинул? Ой, блядь, не. Так это ещё телефонная игра. Я ж такой... Я не играю же в телефонные игры. Жги, убивай. Не, сегодня, наверное, без разрушений будем. Без финальных. Хорош. Это долго. Это ж надо ещё всё разрушить, блядь. Да, это ещё ж всё поломать надо. Это ж вообще пиздец. Ну, а мы строим-то на совесть, блядь. Хуй сломаешь. Ну, кстати, да. Ох, ладненько, все, на сегодня хорош. Пошел я спатюшки. Да, я тоже, ребятушки. Всем спасибо. И всем кто пока. Кто был, увидимся завтра. Пойдем, счастливо. И спокойной ночки тоже. Давай, Антоха.